же, мы бы с вами лопнули со смеху бы. Иностранцы к нам с деньгами понаехали. Это я понять не в силах. Что им делать здесь в России? Да они поди с ума немного съехали. А мне все совершенно понятно. Понятно? Занятно? Вся Европа типа в коме, а Россия на подъеме. Небывалый типа рост экономический. Неужели Запад все же загибается? По ночам они от страха просыпаются. Ведь у них там типа шок, и всюду белый порошок. И настроение практически паническое. А мы что, не в шоке? Так мы ж не в Европе. Мы ж давно уже привыкши, что стабильно едет крыша. Даже если и не едет, то качается. На валютных на торгах гулял. Там доллар американский, как утюг упал. Ох, и хлопали в ладоши мы, какие ж мы хорошие. А рубль нынче масляным блином сиял. Люди, граждане, будьте внимательны. Хомуты у меня замечательные. Я недорого отдам, я тут спец по хомутам. Вы хомут приобретите обязательно. Поменяй на калоши и валенки, налетай. Когда Ленин был маленький, он с кудрявой головой и улыбкой непростой тоже бегал в калошах и валенках. А экономический климат в России благоприятный? Наметилось потепление. Это потому, что мы живем по средствам и нос не задираем. Господин Касьянов подготовил небольшой доклад на эту тему. Прошу, господин Касьянов. Ой, цветет калина в поле у ручья. К инвестициям в экономику России призываю я. Ведь в бюджете нашем страшный профицит, и валютные резервы с каждым днем растут. Не в рифму! Действительно, нескладуха какая-то. Греф, продолжайте вы. Как приятно утром выйти на крыльцо. Макроэкономическая стабильность просто налицо. Урожай собрали, некуда девать. Столько урожая, что рифма только мать. Видите, Владимир Владимирович, у него еще хуже получается. Ладно, сам скажу на языке Гёте и Шиллера. Господа, Владимир Владимирович Путин! Kinderspielen lustig, überall ist Herbst. Freude, die im Frühling sind in meinem Herz. Ernte, Freunde, Ernte, Land im Aufstieg. Wohlstand aller Bürger, das ist unser Sieg. Перевожу. Урожай, друзья. Урожай, страна на подъеме. Благосостояние всех граждан – это наша победа. Wohlstand aller Bürger, das ist unser Sieg. Проходите, проходите, пожалуйста. Вот сюда надо инвестировать. Сказала мать, бывает все, сынок. Раз у тебя есть денежный мешок. И стало трудно с этим грузом жить. Спеши все деньги в нашу нефть вложить. Если вы вложили деньги в нефть, совет хороший даст вам Герман Греф. Примета есть народная у нас. К
Кто в нефть вложил, тот вложится и в газ. Пробуйте, господа, пробуйте, пожалуйста. Ну что, налицо экономический подъем. А как у вас с этими? С антиглобалистами? Да, кстати, как у нас с антиглобалистами? Пока никак, ждем. Надо, чтобы они немедленно выступили. Иностранцы волнуются. Пойдемте в клуб. Антиглобалисты готовятся к выступлению. Каким ты был? Эх, таким остался! Читали мы? Читали мы твое досье. Зачем, зачем ты с Западом связался? Зачем нам херри и месье? Зачем нам ихни капиталы? У нас ведь свой, у нас ведь свой особый путь. Мы так без них уверенно шагали. А вот пришли б куда-нибудь. Эй, эх, эх, эх. Ну как? Все нормально? Великолепно. Ну как? Все нормально? Как в цивилизованной стране. Это еще что? У нас даже уголовный кодекс заработал. Не может быть. Не верите? А вот пойдемте послушаем, что об этом народ говорит. Народ об этом даже песню сложил. Музыка народная. Слова Николая Аксененко. Вот кто-то с горочки спустился и поднялся в деревне Ор. Скажи-ка, кто это к нам явился? Сам генеральный прокурор. Ой, скажи, зачем он тут гуляет и толстым кодексом трясет? А он статьи нам выбирает, а он с ума меня сведет. Чего это он такой веселый? Несет он ордер в рукаве. Зачем он в наш колхоз приехал? Куда бы спрятаться мне? Вы довольны? Мы в экстазе! Надо выпить в таком разе. Я шампанского принес. Мы влюбляться в ваш колхоз. Мы вложились, хоть сейчас бы. Нет у вас сибирской язвы. И работает закон. Мы не верили. Пардон. Что ж, товарищи, ура! Подмахнем договора. Про объемы и инвестиции. О, не надо суетиться. Вот шампанское добыть и Россию всю купить. Да зачем же вам Россия? Вас об этом не просили. Так ведь мысль идет вперед. Здесь нам нравится народ. Это небо голубое. Газ и нефть и все такое. Тут большой потенциал. Вот сюрприз, а я не знал. Год-другой пройдет и опа! Будет Раша, центр Европа. Это надо покупать. Вы за сколько отдавать? Не продам я вам Россию. Как же так? Дожди косые взять. Вот так вот и продать. На дожди-то наплевать. Но березки... Что березки? Это ж доски. Наши доски. Тут большой потенциал. Ты не знал, и ты не знал. Мы не знали. Если б знали, их бы сроду не позвали. Не продам я вам страну.
пригодится самому. Kinderspielen lustig, überall ist Herbst. Freude wie im Frühling, singt in meinem Herbst. Ernte, Freude, Ernte, Land im Aufstieg. Wohlstand, Wahl, Erdürgen, das